Здравствуйте, вы на канале «Правильный выбор», и сегодня я расскажу об индукционной варочной панели Electrolux IPE6443KFV. Ссылки на магазины с лучшими ценами на эту модель вы найдете в описании. Я очень старался, подготавливая этот обзор, и надеюсь, вы оцените его лайком и подпишетесь на наш канал. А если вы хотите видеть больше подобных видео в своей ленте, то обязательно активируйте колокольчик. В комментариях оставляйте свои вопросы и делитесь мнением об этой модели. Индукционная варочная поверхность независимого типа установки состоит из четырех конфорок, установленных на черную панель из закаленного стекла. Каждая из горелок дополнена индикатором остаточного тепла, это значит, что довести пищу до готовности или нужной консистенции можно при выключенной панели. Мощность регулируется на 9 уровнях, одна из конфорок имеет овальную форму. Это значит, что готовить на ней можно в посуде нестандартной формы, например, в гусятнице. Блокировка от детей, опция распознавания посуды и защитное отключение конфорок делает использование этой варочной поверхности абсолютно безопасным. Управление моделью осуществляется при помощи сенсорной панели и таймера. Точечный нагрев любой посуды. Зоны индукционной варочной поверхности Infinite автоматически подстраиваются под посуду. Они распознают размеры и формы посуды и подают тепло непосредственно в основании каждой кастрюли или сковороды. Поэтому вы сможете использовать все необходимые сковородки и готовить несколько вкусных блюд одновременно. Готовьте не отвлекаясь. Технология Hob to Hood, которая при необходимости может автоматически включать вытяжку и подсветку, когда вы начинаете готовить. Вам не придется отвлекаться на регулировку еще и вытяжки, вместо этого можно полностью сосредоточиться на приготовлении блюда. При желании регулировать мощность вытяжки можно вручную. Точное и удобное управление варочной поверхностью. Сенсорное управление варочной поверхности позволяет легко регулировать настройки. Вы сможете сосредоточиться на готовящемся блюде, не отвлекаясь на работу прибора. Нагрев точно в нужный момент, индукционный нагрев, нужная температура быстро, точно и без задержек. Температура меняется незамедлительно, что позволяет контролировать, как быстро нагревается и остывает блюдо и избежать выкипания, также снижается расход электроэнергии. Мощный нагрев моментально, запуск функции Power Boost обеспечит мгновенный нагрев. Вода для пасты закипит за считанные секунды, а сковорода будет быстро разогрета для жарки стейка. В интернете я нашел как отрицательные, так и положительные отзывы, начну с минусов. Немного гудит. Разные рисунки конфорок на левой и правой части. Очень маркая. Управление может срабатывать самопроизвольно. Очень чувствительный сенсор. Не вся посуда подходит для приготовления. Отсутствие функции Stop and Go. Нужна подсветка рабочей зоны. Теперь расскажу о плюсах модели. Нагревается быстро. Наличие таймера. Очень радует наличие прямоугольной флекс-зоны. Красивый дизайн. Две конфорки можно объединить в одну большую. Быстро переводится в режим тушения. Легко мыть. Есть система блокировки. Для монтажа не требуется толстой столешницы. Напоминаю, что ссылки на магазины с актуальными ценами вы найдете в описании. На этом у меня все, и надеюсь, вы уже оценили видео лайком и подписались на наш канал, а включенный колокольчик будет гарантировать, что вы не пропустите новое видео. В комментариях пишите, что вы думаете об этой плите, мне будет интересно с вами пообщаться. Всем пока!